предновогодние дни 20-летний саровчанин посетил почтовое отделение, увидел ключ от сейфа, украл его и открыл ящик. Злоумышленник обнаружил в нем 37 тысяч рублей, которые забрал себе. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Поживиться чужими деньгами решил и сотрудник одного из предприятий города. Саровчанин 75-го года рождения, являясь водителем автобуса одного из предприятий города, имея умысел хищения денежных средств, предоставил авансовый отчет, в котором содержались несоответствующие действительности сведения о затраченных им денежных средствах на проживание во время служебной командировки, в результате чего на основании предоставленных документов саровчанин получил таким образом похитил денежные средства в сумме 22 тысячи рублей. Полицейские возбудили на хитреца уголовное дело по статье «Мошенничество». На удочку телефонных аферистов попалась жительница города, которой в преддверии праздников позвонил злоумышленник. Он рассказал женщине, что можно заработать проценты с перевода по указанным реквизитам. Жертва несколькими транзакциями отправила более 800 тысяч рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Еще одного саровчанина накажут за оскорбление сотрудника охраны. 38-летний саровчанин, находясь в вестибюле одного из торговых центров города Саров, из хулиганских побуждений высказался оскорбительной бранью на сотрудника охранного предприятия, который в данный момент исполнял обязанности по охране общественного порядка, а после чего нанес ему удар по лицу, тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу. На дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».